28 июня 2017 года умер популярный артист, бывший член культового музыкального поп-коллектива 90-х и начала 2000-х Иванушки Интернешнл Олег Яковлев. Ему было всего 47 лет, о его смерти сообщила возлюбленная артистка, корреспондент одного из изданий Александра Куцевол. На своем официальном аккаунте она отметила, что очень скорбит о главном мужчине ангеле и счастье, коим для нее был Олег Яковлев. Причина смерти – двусторонняя пневмония. До этого в этот же день певца пытались реанимировать в московской клинике. Была искусственная вентиляция легких, однако последние текли из-за цирроза печени, и все закончилось. Олег Яковлев – чудо российского шоу-бизнеса. Добрый и светлый человек, любимый артист миллионов, кумир для поколения 90-х, тот, чей голос многие с удовольствием слушали, пребывая еще в возрасте беззаботного детства. Его смерть была неожиданной, никто даже не предполагал, что так может случиться. Певец активно строил творческую карьеру, занимаясь своими сольными композициями и собираясь записывать новые. Однако вдруг все оборвалось, казалось, на самой яркой ноте. Сегодня состоялось прощание с Олегом Яковлевым. Место – Троекуровское кладбище. Людей пришло очень много, они стояли в очереди, чтобы подойти к гробу, а когда подходили, то плакали. Множество букетов и добрых слов о человеке, который запомнился исключительно хорошими поступками. Был представителем шоу-бизнеса, который действительно жил творчеством, а не скандальными выходками. Актер по профессии и просто великий артист по призванию. Яковлев был реанимирован. Попрощаться с артистом пришли его друзья из группы Иванушки Интернешнл, также Катя Лель, продюсер Игорь Матвиенко и многие другие. Несмотря на то, что близкие артиста настояли на процедуре кремации, на кладбище присутствовал батюшка, который провел процедуру отпевания. Свои соболезнования высказали коллеги Олега Яковлева по сцене, в том числе оказалась Диана Гурская, Анна Семенович и многие другие. Трогательную речь произнес продюсер Игорь Матвиенко, который на протяжении многих лет работает с коллективом Иванушки Интернешнл. Он отметил, что благодарен Олегу за его вклад в группу, а также рассказал, что музыкант готовил отличную музыкальную композицию. Матвиенко и Яковлев работали над материалом вместе, но песню так и не успели закончить. Едва сдерживая слезы, Андрей Григорьев Аполлонов рассказал, что Олег и его сестра с самого детства мечтали переехать в Москву. Однажды они даже сбежали из дома, желая пешком дойти до столицы из Улан-Батора, но через два дня их нашли родственники. Мне кажется, что все, что он должен был сделать в жизни, он сделал. Олежка молодец и коллектив он спас. Он стал артистом с большой буквы, поведал солист коллектива.